Потом я бы вам предложил посмотреть спектакль «Минетти», который идет на новой сцене. На новой сцене. Я бы вам предложил посмотреть спектакль «Гроза». Я бы вам предложил посмотреть несколько наших балетных спектаклей. Юлечка грандиозно работает, потому что там танцуют наши актеры. Ну, такое ощущение, что некоторые балетные труппы могли бы позавидовать. У нас есть «Отелло», у нас есть Анна Каренина. Это блестящая, на мой взгляд, это блестящий драматический спектакль и невероятная хореография Холиной нашей, прекрасного нашего хореографа. Я бы вам пригласил в спектакли «Мнимый больной». Я тоже там участвую. Этот спектакль поставил Сильвия Пуркаретте. Прекраснейший европейский режиссер нам предложил новый театральный язык. Мы не совсем с ним справляемся еще пока. Немножко добавляем нашего вахтанговского, а там не нужно этого делать. У нас много хороших спектаклей, поэтому нам приезжайте, смотрите.